Последние 15 лет я являюсь активным политически, я участвовал в различных митингах, организовывал митинги в России, в Петербурге. Последние несколько лет я являюсь муниципальным депутатом в Петербурге. Вот. И я вот в этом году вынужден был уехать из-за своей антивоенной позиции в первую очередь. Мы проводим митинги, вот будем проводить еще, собираем пожертвования на помощь как тем украинцам, которые приехали сюда в качестве беженцев, так и на помощь Украине в плане генераторов, вот всяких таких, в общем, тем, кто страдает от российских бомбардировок. Ну вот у меня был такой неприятный инцидент, действительно, что в квартире, по адресу которой я зарегистрирован, на двери нарисовали большую букву Z. Мне пришлось потратить 50 евро, чтобы ее отмыть. Вот, было очень неудобно, и, ну, действительно, это неприятно. Я не знаю, что там дальше делать, что они еще придумают. То есть несколько человек буквально в сети ВКонтакте, например, писали мне, в том числе сербы, какие-то не очень внятные угрозы. Я не очень понимаю, чего они там хотели. Пожалуй, нет. То есть я не могу сказать, что я какую-то вот особую безопасность здесь ощущаю. То есть и с другой стороны, не то чтобы я чего-то сильно боюсь, но я не могу назвать, что я чувствую себя как-то в безопасности.